Успешность выполнения боевых задач различных военных подразделений напрямую зависит от четкой координации и получения оперативной информации. А это уже вопрос надежной и качественной связи. Во многом работу связистов можно назвать ювелирной, ведь права на ошибку на поле боя нет. Мы связисты, мы обучались вот как раз, чтобы правильно настроить машину, правильно проложить провода. У нас были определенные предметы, например, техническая подготовка, то есть мы учились развертывать эти станции, то есть работать на машинах, правильно подключать, правильно вбивать нужные частоты. Самое интересное, мне кажется, это есть у нас тренажеры, они выглядят как в форме будок. Вот. А почти так, что ты туда заходишь и обеспечиваешь связь, настраивание аппаратуры. Вот. Конечно, там все показывают, все рассказывают, что за что отвечает. Обучение позади. Теперь каждый выпускник имеет удостоверение специалиста военной связи. Впереди нелегкий, но интересный отрезок жизни. Екатерина Горбачева, Алексей Юферев, репортер 73.